Стойте. Лето еще не пролетело, но, по-моему, уже близко 15 июля, а значит, можно уже задать вопрос прохожим. Нравится вам это лето или не очень? Что у вас вообще летом-то произошло? Что глобальное? Или ничего пока не происходит, и все ждут окончания локаута? Локдауна. Прекрасно. Начало очень хорошее. Пока дальше как пойдет, не знаю. Чувак, открою секрет, середины лета. Жара. Любите жару? Очень рад, лучше, чем... Любите, когда солнышко вас жарит? Да, очень. За что? Тепло. Да, я люблю солнце. Все цветет, коронавирус умирает. Говорят, что нет, не знаю. Все нравится, жарко, тепло, красиво, хорошо. За что вы лето любите? Вот за это. За народ. За народ. Что великого успели летом сделать? Работу нашел. А я, похоже, потеряю. Да, офигенное лето. Расскажите поподробнее все стадии охрененности этого лета. Тепло, солнце, вообще все замечательно. Да, Костя поет. Костя поет. Если бы Костя не пел, лето было бы... Уже было похуже бы, да. Да. Уже бы не то. Уже бы не так жару переживали. Да. Пока всем лето нравится. Ну, конечно, все любят лето. А вот помните в том году, какой был июнь, август? А лето, да, все классно. Наконец-то более или менее можно работать. Ну чё, классно. Чё классного? Жарко, весело. Любите жару? Люблю жару. А холод не любите? Не люблю. Хотели бы, чтобы круглый год было плюс 35? Ну, 25. Самое идеальное. Тогда нужно больше пластика покупать и больше топлива жечь. Столько, сколько и сейчас. Что нужно? Перерабатывать. Перерабатывать? Вы раздельным сбором мусора увлекаетесь? Бутылки отдельно кладу. Лето, да. Хорошее лето. Ну, пожарче. 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 Любишь, когда жарко. Ну, есть такое. Еще бы поплавать бы съесть, вообще бы чудесно было. А вот дожди же были, можно же было в центре Казани купаться. Нормально. И жарко, и дожди бывают, и прохладненько. Но вот завтра опять будет 35 градусов в тени. Очень. За что? Ну, тепло, кайфово. Я с самой красивой девушкой вместе. Сколько ты планируешь с ней? Ну, посмотрим. Так, лето, отдыхаем, все, двигаемся дальше. Всем нравится лето. Получится ли найти хоть одного, кто прям, ну, не любит лето? Как вам это лето? Жарко. Тебе жарко? Да, ну, и что? У тебя на родине летом какая температура? Ну, температура в Египте это 40-42. 43. И все равно здесь жарковато, да? Ну, да. Ну, слишком жарко, на мой взгляд. Ну, то есть можно было чуть-чуть поменьше, тогда было бы супер оптимально. Под расходом в компанию нельзя в шортах приходить. Нет, ни в коем случае. Я понял, у кого это лето ассоциируется просто с негативными ощущениями. Это ребят, которые работают внутри зебры лошадей. С такой жарой ты, наверное, охуеваешь здесь. Ну, на самом деле, если честно, не то чтобы охуеваю, приохуеваю. Как борешься с жарой? Ну, работаем, веселим людей. Это лето. Не нравится, прошлое больше понравилось. Почему? Ну, топливников дофига. А так ништяк, жарко, можно покупаться. Короче, я летом забухал. Все. 1 июня? Я забухал 3 года назад. И с тех пор у меня лето. Я не помню, зиму, осень, она пролетает. Я просыпаюсь, открываю глаза, и опять лето, нахуй. Хоть у кого-то в России стабильность. У меня, да, стабильность. У меня вечное лето, нахуй. Откуда приехали? Оренбург. Оренбург. То есть приехали оттуда, где жарко, думали, тут будет прохладно, и да, на тебе. Да. Именно поэтому и приехали. Ну ладно, какой-нибудь безумный поступок этого лета. Блин, прыгнул с парашютом. Ну не там. А, поднялся на Эльбрус, вот. Ничего себе. Ну, прыгнул с парашютом, забрался на Эльбрус. На дно не погружались Марианские впадины. Не в этом году. Лето нравится, но пандемии нет. Ну ты скажи по-честному, привился, хочешь прививаться? Не привился и не собираюсь. Такое себе. Я устал работать. Устал работать? Я на 12 часов в день на Баумана. Слушай, ну жара, да? Как борешься с жарой? Квас. Напишите в комментариях, вы любите квас? Я потому что терпеть не могу квас. Тоже вкусный. Ну, значит, я его чуть меньше терпеть не буду.
10+. Мне кажется, у вас есть какой-то секрет, и вы должны нам рассказать, почему это лето на 10+ у вас. А потому что мы не местные и приехали к вам в гости. Все супер просто. А может, вспомните самое лучшее лето в вашей жизни? Это какое было? Это когда Гагарин полетел, я это помню. Была такая прекрасная погода, солнечная. И по радио объявляли, полетел Гагарин в космос. Вот тогда другой климат был. Как лето ощущали. Да. Так, тепло. Не жарко, но тепло, хорошо. Ну а вы этим летом какие-нибудь глупости делали? А я их все время делал. Ну-ка, здесь уже поподробнее. Расскажите. Как в вашем возрасте сохранять дух авантюризма? Просто хочется быть авантюристом и жить хочется. Прекрасно. У нас есть целая половинка лета, поэтому давайте ее проведем не так, как мы провели первую половинку лет. Ну, если это скучно было. А если было не скучно, то давайте напишите в комментариях, что вы такого натворили, что вы такого совершили, куда вы сплавали, куда слетали, где кому ногу сломали на самокате. Специально для Татарстан Ньюс.